Встреча, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, состоялась накануне во Дворце культуры Яуза. Там вспоминали события 11 апреля 1945 года, когда в Бухенвальде, одной из крупнейших фабрик смерти, произошло восстание. Участники мероприятия почтили память погибших и размышляли, как передать эстафету памяти следующим поколениям. Встречи начинают с минуты молчания в память о погибших. На сегодняшний момент в учете Мытищинского управления социальной защиты населения числится 179 бывших несовершеннолетних узников. Существует в округе общественная организация, которую возглавляет Лидия Слезкина. Сегодня участники организации встали на смену ветеранов войны. Выполняют ту же социальную миссию. Работают с поисковиками по увековечиванию памяти тех детей, которые погибли в концлагерях, и приобщают молодежь.